как мы сделали такую вышивку и что такое стабилизаторы. Поехали! Стабилизаторы – неотъемлемая часть качественной вышивки. Они бывают верхние и нижние. Верхние предотвращают пропадание стежков при работе с ворсистыми тканями, как у этого барашка. Если бы мы не положили сверху водорастворимую пленку, то мы бы увидели, как ворс проступает через заполнение. Нижние стабилизаторы предотвращают стягивание ткани во время вышивки. Бывают отрывные, отрезные, водорастворимые и терморазрушимые. Отрывные нужны для стабилизации ткани только во время вышивки. После его можно удалить. Вот так. Отрезные нужны для растягиваемой ткани, если у вас большое количество стежков и нужно защитить его от деформирования. Водорастворимый флизелин используется как верхний и нижний. Чаще всего его используют тогда, когда нужно получить чистую изнанку. А для этой вышивки мы использовали водорастворимый стабилизатор.